Всем привет, дорогие друзья, с вами Демон Крафт. И сегодня у нас новая часть туториалов в Audacity. Как я и обещал, ролики будут выходить раз в две недели. Ну а сегодня у нас голос Ренча из Watch Dogs 2 и голос космодесантников из Warhammer 40 000. Ну а мы не будем тянуть время, начнем. По первой списке у нас Ренч, и давайте для начала запишем голос. Скажите, давно вы стали актером? В районе года или 30 лет назад, ведь если разобраться, вся наша жизнь — игра. Итак, после того, как мы записали голос, мы должны выделить дорожку и сдублировать ее сочетанием клавиш Ctrl плюс D. Затем вторую дорожку мы должны чуть-чуть сместить. После этого мы выделяем вторую дорожку, смена или изменение высоты тона, вписываем значение 2 и обязательно снимаем эту галочку. Окей. Теперь опять заходим в эффекты, смена или изменение высоты тона, вписываем значение 2 и на этот раз галочку ставим. Окей. Теперь уменьшаем громкость второй дорожки до минус 2. Все, теперь можно послушать. Скажите, давно вы стали актером? В районе года или 30 лет назад. Ведь если разобраться, вся наша жизнь — игра. На очереди у нас космодесантники. И давайте для начала запишем голос. Горите в святом огне! Без жалости! Без пощады! Без промедления! Итак, после того, как мы записали голос, мы выделяем дорожку, переходим в эффекты, изменение высоты тона и вписываем сюда значение минус 2. Галочку обязательно снимаем. Окей. Дальше повторяем эффект. Затем в меню эффектах выбираем эхо и вписываем следующее значение. Окей. Далее в эффектах мы выбираем реверберация. И вписываем следующее значение. Окей. Ну и напоследок опять заходим в эффекты, изменение высоты тона и вписываем минус 2. Окей. Готово. Теперь можно послушать. Горите в святом огне! Без жалости! Без пощады! Без промедления! А на этом все. Пишите в комментариях, какие голоса мне сделать в следующем ролике. А также ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Следующая часть туториалов через неделю в пятницу. Ну а с вами был Демон Крафт, вы были на канале Rosgold Studio. Всем пока!